Мы находимся в Тираспольской картинной галерее, где проводится передвижная выставка «Благочестивые и способные люди». В этой экспозиции можно ознакомиться об истории немецких колонистов, которые основали ряд поселений на территории Бессарабии и Приднестровья. Эти немцы, конечно, приехали с территории юго-западной Германии, с Баден-Вюртемберга в частности, а также из Пруссии и из территории нынешней Польши. На фотополотнах изображена 125-летняя история проживания немецкого населения на территории Молдавии и их связи и вклад в культуру региона. Данная экспозиция содержит различные архивные документы, фотографии, карты и предметы быта немецкого населения, которое проживало на территории Молдовы. За 125 лет жизни на территории Бессарабии и Приднестровья немцам-протестантам удалось создать самобытное процветающее общество, основанное на религиозной этике пиетизма. В период с 1813 года по 1828 год в Бессарабию прибыли около 10 тысяч немецких колонистов. При переходе русских войск в этом районе в ноябре 1813 года царь Александр I пригласил их поселиться на территории Бессарабии. Вторая группа прибыла непосредственно из юго-западной Германии, отчасти по суше, отчасти на коробках «Улмер», так назывался тип кораблей по Дунаю. Причины миграции в наш регион немецких колонистов были различными, однако в первую очередь их манило сюда привилегии, которые Российская империя предоставляла колонистам, и также религиозная и языковая культурная свобода. Немецким колонистам были предоставлены широкие права в области хозяйствования, образования, культуры и вероисповедания. У них была самоуправленческая система, которую можно сравнить даже с нынешними автономиями. Поселения колонистов были запланированы просторно, и они до сих пор заметны среди наших населенных пунктов в Бессарабии и в Приднестровье тем, что имеют специфические дома и специфическую планировку. Удлиненные дома вдоль дорогах, которые мы видим здесь на планах, которые были составлены в те времена. Немцы проживали в сельской местности и занимались так зерновыми культурами, виноградарством и разведением крупного рогатого скота. Среди немецких переселенцев были не только крестьяне и виноделы, но также многие хорошие мастера. Поэтому развивались и различные ремесленнические промыслы. В 1871 году льготы немецким колонистам были отменены. Из-за этого многие немцы эмигрировали в последующее время в другие страны, в частности в Америку. И также были, конечно, некоторые проблемы во время Первой мировой войны, когда российское правительство посчитало немецких колонистов нелояльными. Немецкие колонисты имели собственные школы, где преподавание велось на немецком языке. Также немцы были одной из самых грамотных народов тогдашней Бессарабии, где образование было повсеместно во всех населенных пунктах. Религия и церковь имели в жизни немецких колонистов центральное значение. Большинство немцев были протестантами-лютеранами, однако имелись и четыре католические общины. Регион, где поселились немецкие колонисты, был в этническом отношении очень разнообразным.
Большинство немцев жили в монотичных селениях, где абсолютное большинство населения были немцы. Однако рыночные поселки, такие как Тарутино, Сарата или Арциз, имели более смешанную этническую структуру. Немцы также жили в соседстве с молдаванами, с русскими, украинцами, евреями, гагаузами и болгарами. В немецких общинах кипела общественная жизнь. Почти в каждом поселении имелись музыкальные ансамбли, творческие коллективы и спортивные команды. В 1805 году граф Людвиг фон Витгенштейн, который был офицером русской армии, основал на территории Приднестровья около Каменки поселение Антуанетенталь, которое позже стало Антоновкой. Здесь были поселенцы, немцы из Пруссии и Австрии. На территории Приднестровья, бывшей Молдавской автономной Советской Социалистической Республики, до Второй мировой войны тоже имелись несколько немецких поселений. Это, в частности, села Григорьопольского района, такие как Бергдорф, нынешнее Колосово, Нойдорф, нынешнее Карманово, и Глюксталь, нынешнее Глиное. Также были и более мелкие немецкие села, и в том числе около Каменки, Антоновка, например, или даже Новая Андриашевка и Степановка в южной части Приднестровья. Сейчас из всех этих сел самый большой процент немцев еще живут в селе Колосово, бывшем Бергдорфе. И здесь мы имеем некоторые вещи, связанные с немецким бытом села Бергдорф, Колосово, которые сохраняются в местном музее. Конечно, немецкое прошлое там очень заметно до сих пор, и даже часть немецкого населения сохраняется в этом селе. Большинство немцев уже тоже были в разные времена, эмигрировали или были депортированы в связи со Второй мировой войной. В межвоенный период территория Бессарабии была присоединена к Румынии. Немцы в основном сохранили свои права, в том числе на образование и религиозную свободу. И немецкие поселения развивались и дальше, как в экономическом, так и в культурном плане. В 30-е годы были некоторые права отменены, в частности, на образование, которые были восстановлены с 1939 года. К сожалению, настали после этого довольно тяжелые времена перед Второй мировой войной. В сентябре 1940 года была формирована немецко-советская комиссия, которая организовала переселение бессарабских немцев. До конца октября 1940 года было завершено переселение 93 500 немцев. Эвакуированные были размещены в промежуточном лагере в Югославии сначала и потом транспортированы по железной дороге примерно в 800 лагерях немецкого рейха. В 1941-42 годах их расположили на территорию оккупированной Польши. Однако в начале января 1945 года они были принуждены спасаться бегством на Запад и создавать в разделенной Германии новое существование. Приглашаем вас в Тираспольскую картинную галерею посетить выставку о немцах Бессарабии и Приднестровья, которая продлится до 17 ноября 2021 года.